велосипедисты ехали гуськом. Впереди за главный велосипедист, а за ним другие маленькие два. Весело педали свой велосипед, две больших овёски велосипедист, велосипедным круглым колесом. Как в одной увёске был молоко, а в другой увёске была колбаса. Эх! Калитки показался нос, а за носом следом показался рот, а за ротом следом показался лай. Очень громко пахло эта колбаса. Задали педисты лёстрикача велосипедным круглым колесом. Дёрнули педисты, крикнули «Ата!», а за ними страшный гнался укусить. Чуть не потерялось где-то молоко, чуть не уронилось где-то колбаса. Велосипедисты ноги унесли, впереди за главный, мелкие за ним. Велосипедисты приехали домой, очень испугались и сказали так: чтоб на нас никто бы больше хищно не напал, а ни когда-нибудь, а ни за что-нибудь, ни почем не будем пахнуть колбасой. Эх!